Еще тут есть такое вот замечательное яблочко. Правда, непонятно, почему Prodexpo 25, наверное, 25 лет. Prodexpo 25 лет. И юбилейный показ. Привет всем! Сегодня мы посмотрим выставку Prodexpo 2018. Интересно, будет ли Куба сегодня здесь? Ну, пожалуйста, да, давай. Попробуй север на вкус. Судя по всему, рыба и оленина. Вот так вот. Мамбер, клевый сыр. Люди выскакивают под ноги прям со всех сторон, и сверху, и снизу, и сбоку.
все типа заняты и дела вывез. Никуда не смотрю. Так, скисто. Вкусняшки в стекляшках. А санкции нам не страшны. Огромнейшие стенды. У нас столько любителей вина, по-моему. О, виртуальная реальность, и вина вторгается. Прикольно. Что там интересно? Наверное, прогулки по виртуальному винному погребу. Здесь конкретно мы полетели на производство Золотой Балки, сняли ее виноградники, сняли погреба, сняли производство Золотой Балки. И вот такой виртуальный тур сделали, да? Да, то есть это все на базе реального видео. Человек при помощи виртуальной реальности может переместиться в Крым и побывать на производстве Золотой Балки. Для полного эффекта надо этот бокал вина. Мы даем. В руку. Нет, в руку. На самом деле мы действительно хотели так сделать, что в виртуальный бокал даешь вина, и человек пьет из реального бокала вина. И вот это и колбу на голову с этим, чтобы запах еще, это самое, полный эффект присутствия. Настоящее вино, то есть хотели давать. То есть реальный бокал человек сможет увидеть в виртуальном мире, но мы просто не успели приготовить, потому что наш клиент, он поздно заказал. Наша компания Virtualent называется. А вот эта вот система интегрируется в интернет-магазин? То есть на самом деле думал, что где-то уже, наверное, есть такая система, когда ты одеваешь очки и не просто на мониторе смотришь, а ходишь среди полок и выбираешь. То есть у вас такого нету? Пожалуйста, можно сделать. То есть любому заказчику можно так сделать. Понятно. Это никаких проблем нету. Ну, необычно. Пока что не у всех есть очки-шлем виртуальной реальности. А, ну зато у всех есть айфоны, которые можно в приставку такую включать и вперед. Ну, эффект не тот, конечно, но близкий, скажем так. Вот сейчас компания HTC, она выпустила мобильный шлем. Oculus тоже выпустил мобильный шлем. Два типа снять. На футболке у меня. Как вас зовут? VirtualM компания. А зовут вас как? Никита. Никита, да. Спасибо большое за пояснение.
интересно, Португалия привезла портвейн, свое любимое вино. Ну, вернее, не любимое, а самое известное во всем мире. Спиртное для сладкоежек. А это все портвейн? Или это только здесь, вина? Здесь вина, здесь есть портвейн тоже, и вот там есть портвейн. А можно настоящий портвейн хоть один показать? Настоящий напиток российских бунтарей. А оно в Россию поставляется уже или это только прототипы? Понятно. Спасибо. Сделано с любовью во Франции. Вот так вот. Еще Португалия. Еще портвейн, которого тоже нельзя купить в России. Необычно. Замороженные продукты. Булочки. Сырки, булочки. Это тоже замороженные продукты. Айс и газ. Вот так вот делаются хинкали. Покупаются замороженные. И в кафешке типа того, что руколепные. Ничего подобного. Даже Египет. Здравствуйте. Я думал, у вас финики будут из Египта, а у вас овощи. Инжирские. Они тоже замороженные или как это? Хорошо. Пойдемте концерт посмотрим. Ну ладно, увидели финал. Происходит перед павильоном Мираторг. Мясо.
Да, деликатесов таких, которых и в Москве ты не увидишь. Я уже в Ашане, по крайней мере. Участники выставки, напоминаем вам, что в соответствии с общими условиями участия в выставках на ЦВК экспоцентр вот так вот выглядит хамоновое счастье. Службы безопасности и организации поведения.